Рено, тут демоны есть. Что бы ты ни спел, будет использовано против тебя в донате. Я понял. Я постараюсь молчать. Ну давай с токена начнем. Мимо чьих-то снов. Наверное, да, аннигиляра надо было брать, хз. Я вот думаю, надо ли, смотрите, можно вот это купить, продать, да. Купить, продать, взять, продать, взять. Так, вот может вот это вот, слушай. A Girl Like You. Этот трек называется. Вот это нормич. Ты never met a girl like you. Girl like you. Не знаю, может та, не та. Можно позолотить что-то лучше. Тебя понимаешь, что если бы я там как-то сразу брал красного, его золотил бы, он так мне все равно хватает. Так можно просто позолотить, собрать триплет четверку и позолотить, скажем, нетерпеливую вестницу рока, это будет намного круче. Вау. 3-4. Она? Так, пора в левел. Рерол, наверное, да? Ну, гуля, мне не нравится, давай тебя брать. Золотить Номи, сразу проигрывать? Слишком круто. Я думаю, что левел, да? Жонглёр, да? Катранатир. Может, жонглёра позолотить? Сейчас выйдем. Кстати, можем продать и взять Гулю. Жигулю. Золотить каплю? Вы все еще думаете, что мы не успеем? Просто можно позолотить, например, скажем, какую-нибудь голодающего сквернотопыря, и это будет намного круче. Можем еще тебя заменить... На лягуху. Не, мне кажется, два ролла лучше. Толку от этой лягухи. Смысла нет, не хочу золотить, не хочу. Как звери после патча все еще сильны? Да можно играть ими, конечно. Только осторожно. Сюда набить. Хорош. Блин, стол сильный, конечно. Почему, когда играешь, иногда показывает, что герои сидят на первой таверне? Потому что баг. Явно в шестерку, да, веду. Пятерки брать нечего, да, для нас, для нашей сборки. Только если Брана или Ривендера, да, золотить, ну такое. Шестерки интереснее для нас. Для нас слишком много хп. Я вот думаю, что взять.
Давай так. Пятая таверна, три триплета, жесть. О боже. Это Дептозавр. Мел, спасибо большое за 50 рублей. По чинам. Любимый трек, давай послушаем. Хороший трек. Уже вижу хороший трек. Мало, конечно, урона. В пятерке есть демон, который жрет существо при выпускании демона. Это фигня. Ну, золотой джин. Наверное, да. Много вэлью. Переобуваемся в элемов. Если не раскроется Мурлок, который вносит 14, потом 15, я думаю, раскроется. Джин Рагну дать? Пятый не может. Шестой только есть. Вау. Жесткий, конечно, тип. Еще чувака выбил. Давай вот эту застреливай, блин, а то это пипец какой-то. Вот сюда стреляй, что ты делаешь, блин? Тупой жонглёр. 16. Просто чувак там всех сейчас выселять будет. Номи. Девятый ход Номи к этому. Может, еще один номер? Вот это, наверное, не подходит. Вау. Вылет. Надо, чтобы этот умер, чтобы я два элема получал. Получил 17 по вылетевшему. 10-14. Первым надо бить. Хорош. О! Барин, спасибо за 60. Ох. Сколько. Хорошо, что Бран у него под таунтом. Хорошо, сейчас оценим. Блин, в принципе, вот это меня выиграет, конечно. Уже на выход в окно. Если вылетев шоу дадут, хорошо, можем успеть.
Нормалды. И рерол, да, остался. Первым надо бить. Ютуб спасал бабки за реподписку, где... Где уведомление, не знаю, должно появиться, обновись, хз. Так, это интересно. Так, ну, с пиратами... У меня только вот с этими мурлоками будут проблемы, но хотя можно будет... Как-то, наверное, через этот сыграть, хотя хз. Давай пирата. О, спасибо. Может быть, баблёрш? Молодой. Боюсь проиграть, поэтому так делаю. 10 хп. Будем отказываться от Номи. Сейчас бы Мекс. Первым надо бить. О-о-о-о-о-о. Хорош. Хорош. Статов ему не хватает, да, получается? Триплет, вау. Ай-яй-яй, куда ты бьешь? Статов ему не хватает. Пираты. Мурлок с ядом золотой. Блин, если бы успел, да, можно было еще вот это прокрутить, перерождение суда. Первым надо бить. Ладно, сколько уже первым надо бить? Сколько уже первым бьем? Хорош. Какая-то рыбная махинация.
Понимаете? Да, рыбная махинация у нас. Махинаторный грув. Махинатор. О, топ-1, бля! Божественный махинатор, бля.